Снова здорово, господа, у нас неожиданно-нежданно Brawl Stars. Быстренько по управлению, слева ходим, справа целимся, это красная кнопочка, и череп вот этот, он будет со временем заполняться, это супер удар. Итак, вообще, давно меня просили эту игру записать, никак у меня не доходили руки-ноги, из-за этого гемора, то что она доступна только для Канады. Обычной VPN-кой тут ничего не решается, нужен именно аккаунт с привязкой к Канаде. Как оказалось, у меня такой есть. Вот, я сам об этом не знал, поэтому я установил, она все начала нормально работать. И думаю, ладно, запишу все-таки. Вообще, я посмотрел видосики и, честно говоря, как-то я не понял, честно говоря, вот самой этой игрульки, но... Пройдя обучение, я немного начал уже выкупать, почему она людям нравится, и на самом деле есть за что. Она достаточно интересная, несмотря на всю свою мультяшность. В нее можно поиграть весьма себе таки зрелым людям. Поэтому давайте все-таки обозреем, посмотрим, что у нас выпадет и на что мы способны. Сдохни, тварь. Эх. Чуть-чуть не добили. Первая битва, которая нам доступна, это Game Wars. То есть нам надо собирать гемы. Это нам пишут то, что типа игра бесплатная, но внутри игры есть покупки встроенные. Поэтому, уважаемые родители, следите за вашими детишками, дабы они вас не загнали в очередную ипотеку. Вот, Game Wars. То есть это игра 3 на 3. Собираете гемы, первая команда, которая собрала 10 гемов, требуется удержание после этого. То есть там, по-моему, таймер тикает, если я не ошибаюсь, 15 секунд. И если вы смогли удержать, то вы победили. Ну, что-то у нас сейчас интернет притупливает, потому что приходится играть все-таки через VPN. Вот. Хотя такое бывает крайне редко. Бывает, что у них в принципе сервер может отрубиться. У меня сегодня два раза вообще не подцеплялось никак. Но ничего. Так, мы сохранили. Опа! Давай, гаси. Гаси. Так, есть еще вероятность, что и меня могут загасить в принципе. Но она крайне мала. Есть контакт. Так, кого гасим? О, вот этого надо гасануть. У него два гема. Если мы его сейчас загасим, то из него выпадут все гемы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, нормально. Пошел вон. Вон пошел. Так, сейчас походу охота на меня откроется, да? Да, открылась на меня охота. Профукал я свои гемчики. Чувак по команде хотел подобрать, ну и он тут же слился. Обратненько. Все, 10-й гем я подобрал и пошел сразу отчет 15 секунд. Но если мы сохраним, то победа за нами. Да, отлично, мы сохраним все-таки, как ни крути. У нас уже их 15, так что у них в принципе шансов вообще ноль. Вот такие мы злодеи. Матч овер, нам говорят. Это наша первая победа. Отличненько. Старкей. Так, и давайте посмотрим. Награды у нас как копятся. То есть это закупки за определенное количество. Дальше за ключики это идет Brawl Box. И Big Box идет у нас за Старкейс. Так сказать, звездные ключи. Открываем. Монетки, хорошо. Опача, пауэрпоинты 20 штук. Это мы, получается, можем поднять уровень нашему персику. Есть контакт, подтверждаем. И помчали сразу же в следующую битву. Нет у нас секундочки даже подождать перерыва. Нам надо убивать, нам надо побеждать. Let's go. Ох, фига себе он кулачками-то размахался. Хпериков у него много, что-то типа больше на танка смахивает. Так, он собрал у нас все гемы. Пусть берет, мне не жалко, лишь бы не потерял. Вот так вот. Ну он сразу, видите, в бой, то есть это пацан вообще отчаянный.
Видимо, он крайне весьма неплохо играет и ознакомлен с игрой. Оп, опять у нас какой-то пошел просад по интернету. Ничего, ничего. Собака, верни гем. Гем, верни. Есть контакт. Отжали гем, подобрали новенький и помчали тогда их месить. Будем втроем чисто на выходе их встречать. И никуда они от нас не денутся. О, посмотрите, какой хитрожопый. Помчал за гемами, да? Братан, ты же отсюда не вернешься живым. Это я тебе говорю. Слушай, хорош уже, а. Смотри, какой дикий. Он, ну смотри, сейчас еще мне и наваляет. Еще и мои 7 гемов это жмет. Не. Красавелла по команде вообще жестко помогают. Блин, а вот мне, кстати, палевно. У меня потому что 10 гемов, и это очень рискованно вот так вот бегать. Потому что фактически все преимущество команды у меня в руках. И это не самое надежное место, будем говорить уж откровенно. Есть. Ну, красавцы. Парни по команде, конечно, отлично отыграли. Так, мы получили новый ранг. Кубки, замочки. И что у нас открылось? Ничего. Тогда помчали дальше. Сейчас, сейчас. Еще откроем пару боксов. Ох, смотрите, все три одинаковых персика. Хотя вон там вот уже более прокачанный персонаж. 3960 хп у него. Так, сейчас мне, походу, жопеньку да порвут. Вот этот вот чувак, Дамием. Дамием, уходи, уходи, уходи. Что ж ты творишь-то? Ну, ладно, мы его гемчики подобрали, если что. Оп, еще один гем выпал. На нахер. Вот это я шибанул нормально. Где-то в кустах сидит, поджидает. Ну, блин, чувак, тебя так-то видно? Ох, как же их там разнесло, отлично. Так, ребята, сильно-сильно вперед не лезьте. Колодец на нашей стороне. Так что все нормально. Все, пошел отчет. 15 секунд. Только держимся 15 секунд, и все будет шикарно. Этот куда под... А, он за мной, смотри какой. Ах, хитрожопый. Просек фишечку, братюнька. Но не тут-то было. Победа все-таки за нами. 12-0, тем не менее. Так. Ну что, сколько нам еще надо? Ага, смотрите. Мы можем открыть нового персонажа. Зачет Нита. 1/7 лига ревард браулер. Окей. Давайте поглядим. Так, у нас в джопе, в шопе появился фрибокс. Обязательно надо им воспользоваться. Все, что фри, это всегда хорошо, если, конечно, не заставляют смотреть рекламу. Так, это мы прикупим. А дальше что у нас? Сюда мы тоже прикупим пауэрпоинтов. И посмотрим. Вот у нас новый персонаж. Сейчас же мы его возьмем в битву и спробуем. Это у нас медвежатница. Будем говорить так, ее супероружие это призывает медведя, такого нормально лупящего, кстати, на 4000 хп, если я не ошибаюсь. О, у нас два медвежатника. В вражеской, так сказать, конторе. Вот это война. Вот это, я понимаю, жескач. Так, восстанавливаем хп, реки восстанавливаем. Только хотел сказать, не лезьте на рожон, и сам полез. Ну, куда я лезу? Видимо... Ой-ой-ой-ой, вот это он зря, конечно, на эту толпу попрыгал. О, берем-берем-берем, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее, захватываем гемы и уходим-уходим-уходим-уходим. Есть. Ну, один, правда, получилось только взять, но один это всяко разно лучше, чем ничего. Вот, кстати, медведь вражеский. Что-то вот эта битва вообще какая-то ожесточенная просто.
Просто адская битва. Опа, они призвали обоих медведей. А я до сих пор не могу призвать даже одного. Ну, пипец вообще. Не получается у меня за этого персонажа рубиться. Блин, ребят, потеряли лидерство. Тихо, шухер, нас зажимают. Ай-яй-яй, нет. Так, свои гемы-то я сейчас заберу. Все, нам надо срочно отжимать еще пару-тройку гемов. Все, потерял я все гемы. Давайте, кто-нибудь из наших, бегом, заберите, ребятушки. Да хрен на этого медведя, гемы главное. Так, бежим. Нет смысла выеживаться. Так, походу мы тут сможем проиграть. Ох, меня медведь лупит. Да, мы проиграли. Ну, что поделать, всякое бывает, не всегда нам побеждать. Жесткая команда, прям вообще разносит в пух и прах. Сейчас мы сменим персонажа, и все будет хорошо. Вот он наш персик. Сейчас мы всех сделаем. Сейчас мы откроем новый режим. Судя по всему, это что-то типа смеси Battle Royale, даже скажу я вам так. Ну, сейчас все посмотрите сами. Так, нахер с пляжа. Хорош в лесах сидеть, давай вылазь. Отлично. От умения играть тем или иным персонажем тоже многое зависит. Каким бы ни был классным перс, но если руки из жопы, то это, конечно же, не спасет. Ну, ребятки, их там просто прессуют по жескачу. Мне остается только мало это бегать, собирать гемы. Ой-ой-ой, вот это ты шакал запилил. Я как такой банк, копилочка. Ну а ребята у нас оттачат просто по жести. Давай дохни. Есть. Так, это наш медведь. Не, ну тут-то, конечно, мы уже должны победить. Хотя меня сейчас... Ай-яй-яй, как я каркнул-то жестко. А, ребят, посмотрите только. Нормально. Нормальный просад прямо на финишной прямой. Но ничего. В этом есть, наоборот, самый сок игры. Вот так вам, под конец. 15-0, все равно наша победа. Да, отлично, новый ранг. Чуть-чуть нам, походу, не хватит. Или хватит нам ключиков на бокс? Хватит. Давайте Brawl Box открываем, смотрим, что тут у нас. Так, это неинтересно, это тоже... Эх, не хватает чутка, не можем мы прокачать нашего персонажа. Ну, помчали еще, погоняемся. Так, вот этого, да. За медвежатника у меня не идет игра, поэтому будем играть за стрелка. Забыл, честно, как ее зовут, но я думаю, это не принципиально. Так, один гем у нас попытались унести, но не вышло. Так, давайте, ребят, сильно не разбегаемся, если что, будем наказывать толпой. Так, я жду еще один гем, есть. Почему гем? Блин, давайте джем буду называть. Джем как-то вкуснее, сочнее, аппетитнее звучит, чем гем. Гем от слова геморрой быстрее. Вот собака дикая с базукой там бегает, сейчас мы его закидаем. Отличненько. Так, сколько у нас?
Хоп. Хоп. Еще два, и все, и мы в шоколаде. Один у нас отжали, но ничего, ничего. Мы сейчас отобьемся. Отлично. И есть, есть. Сколько? 9 секунд. Ждем, 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 ждем. Ребят, не лезем, не лезем. Давайте в оборону. Есть. Отлично. Неплохая победа. Так, новый ранг. Новый уровень. И 40 ключиков. Так, что нам дает? Отлично, монетки. Немного пауэрпоинтов сюда. Сейчас мы прокачаем нашего персонажа. Шелли зовут, точно. У сестры, у моей собаку зовут Шелли. Как я мог забыть? Ай-яй-яй. Нам надо еще 5 кубков до победы и до открытия нового режима. Давайте обзаведемся этими 5 кубками. Так, теперь мы в топе. У нас 3960 хп. У нас самый прокачанный персонажик. По крайней мере, из нашей команды. Там-то я смотрю персы, дай боже. Так, здесь кто-нибудь есть? Нет, здесь никого нет. Отлично. И нехер им тут сидеть. Ох, медведь дерзкий. Как понос резкий. Ну-ка нахер тебя, нахер. Есть. Ну да. Выстрел есть, а пользы от этого выстрела нет. Это нормальная практика. Все, отстреливаемся. Ох, как хорошо. Прям мощно просто по фейсу всем троим. Медведь попытался обойти, но у него ни хера не вышло. Что, еще один гем? Но мы уже, я думаю, туда не... Ах ты ж, падла. Отжали у нас один так необходимый нам гем. Ну ничего, ничего, все вернули обратно. Ну, добьем. Есть, успели добить. Please try login. Ну, стука. Хотя интернет-соединение все на месте, но почему-то прервалось. Опять же, нам битву, кстати, засчитали. Вот, шикарно. И помчали соло, либо дуо. Погнали в соло, сгоняем. Опять за этого же, конечно же, персонажа. 10 игроков у нас. Есть у нас вот такая вот карта. Для победы нам надо собирать пауэр-кубы. То есть вот эти вот ящики надо долбить и собирать оттуда кубы. Вот. И, естественно, чем я говорил, что это типа батлграунда, тем то, что... Да фак. Здесь есть вот этот туман ядовитый, который будет со временем сужаться. Сужать игровую область. Так. Power Cube, смотрите, нам добавил ХП. Я не знаю, добавил ли он нам, увеличил ли он нам атаку, но ХП точно добавил. Как сволочь, последнюю секунду ускользнул. Ай-яй-яй. Какой нехороший. Вот там вообще на кубах чувак засел. Жестко просто. Здесь тоже неплохо так. Есть контакт. Так, я не хочу помирать. А то я потеряю свои кубики. Охереть, 6 кубов. Ты что ж творишь, мать-то? Так, ну тебя нахер.
Ну, здесь опасно со всех сторон, куда бы я ни пошел. Везде подстерегают меня пиздец. Ну иди, чтоб ты там задохнулся. Эх, убили, блин. Ну, ничего, ничего. Но сам факт, этот режим достаточно интересный, как в принципе игра, она достаточно затягивает, хотя она такая мультяшная, повторюсь. Но, блин, есть что-то в ней есть. Ладно, ребятки, мы ознакомились с этой игрулькой. Если вам интересно, обязательно подпишитесь. Если вам нравится эта игрушка, то можно и Лукаса влепить. Всем большое спасибо, кто посмотрел. Отличного настроения и пока.